Куда ты уезжаешь? Зачем туда уезжаешь? Потому что меня папа всегда обижает. Как тебя папа обижает? Потому что всегда они... Просто они всегда меня ругают. Кто и они? Мама с папой. А за что они тебя ругают? За что они тебя ругают? За то, что я сейчас плохо иду. Может быть, тебе лучше себя плохо вести, ой, хорошо вести начать? Нет. Почему? Я хочу вовремя к детям посмотреть, как они там голодают. Тоже буду голодать без воды. Все, не хорошо снимаюсь, не делаю, все. А что ты собираешься делать сейчас? Дай мне штаны. И что тогда, я тебе дам штаны, и что? Буду переодеваться. А потом что, переоденешься, и что? И ты меня увезешь в Африку. Я тебя увезу? Да. Я не собираюсь никуда ночью ехать. Ну тогда такси позвони. И что, такси тебя в Африку везет? Угу. А там же нет никого. Что ты там будешь делать в Африке? Чё? Голодать, как бы там дети голодают. А зачем тебе это надо? Просто, чтобы я умерла. А зачем? Как они... Просто так, просто вы не хотите меня. Что мы не хотим? Может, мы просто не хотим непослушную девочку? Сними! Сними штаны! Ну, хорошо. На. Пожалуйста, пап. Тебе же не нужны родители. Поправь, когда я уйду, но мы все будут не нужны. А сейчас пока нужны, чтобы поправить? Да. Все. А, ну давай. Последний раз. Да? Да. Конечно, я в Африке не здесь. Конечно, я в Африке здесь нет. Но я поеду только на воплоте, чтобы меня там медведи ели. В Лапландию? Да. Чтоб тебя медведи съели? Да. А там-то есть медведи. Лапландия. Слишком холодно. Ну да, там не жарко. Меня уже хватит. Одень, пожалуйста. Подтяжки одень просто на чай. Подтяжки, мне нужно поправиться. Ну вот заправь теперь это. Что заправить? Вот платье вниз. Не могу. Ты бы хотя бы взяла бы купальник, что ли, в Африке, там же жарко. Как там купаться будешь? Крокодил тебя съел? Да. Ага, дети меня съели, съели крокодил. А как же белые медведи голодные останутся? Они уже недолго детей съели. Дай мне, пожалуйста, покушать, выбрыкаться.